Ты что там, проиграть хочешь? Что у него за авик? Что ты окаешь? Я не попал! Итак, братик, слушай, я что подумал? Это же топ-донатеры, и у них реально может быть дигл аурейд, брат! Ребята, я совершил просто дичайшую ошибку в своей жизни. Всем здорово, пацаны, у микрофона, как обычно, Раш. Ребята, сегодня у нас ролик «Покупаю скины, с которых меня убьют», но играем в новый режим «Дуэль против топ-донатеров». И это просто жесть. Сегодня произошло нереальнейшее ограбление всей моей голды, которую я поднял не так давно. Это просто жесть. У меня ушла практически вся голда, очень много, десятки тысяч голды. Я очень сильно надеюсь на вашу поддержку лайком и подпиской на канал, обязательно с колокольчиком. Это очень важно, пацаны. Потому что такие затратные ролики, это просто какая-то габелла. Ролик получился очень интересный, очень насыщенный, очень дорогой. Поэтому обязательно смотри его, братик, до конца. Всем приятного аппетита, приятного просмотра. Это просто ГГ. Погнали к ролику. Господи, у него дигл якуза статрек, братик. А у тебя что, нет, что ли? Нет, так он 10 косарей стоит, братик. Я, кажется, совершаю сейчас огромную ошибку. Так я вызвал... голды-то поднял, так что все. Так не важно, я просто вызвал самых топовых донатеров в стендофе. Реально, сейчас на дуэли это моя самая главная ошибка. Потому что я покупаю скины, с которых они меня убьют. Так, М-ка. М-ок у нас вроде дорогих особо нету, братик. Поэтому... Ну как? Ну особо дорогих вроде нет. Опа. Лови гранату, братик. Сансет статрековская, брат! Статрековская! Брат, она 1005 стоит сразу, просто сходу. Летим покупать, пацаны. Запомните, ребята, это число. 127 тысяч, это последний раз вы видите на моем аккаунте такую штуку. Сейчас его не будет просто. Это жесть, это габелла, братик. Сразу просто М-ка Сансет залетает. Еще и статрековская. Она капец как дорого стоит, дорогие друзья. А лучше бы мне подобил. 4 косаря, братик. Сразу сюда с четырьмя на косаря. Я думал, 10 будет. Летим дальше, пацаны. О, нифига, я только что забустил. За 3800 купил, тебе 4200 стоит. Братик, нифига. Братик, у нас дигл. Подожди, у него дигл не куза. За 10 косарей. Нет, пожалуйста, мэнчик. Я буду играть аккуратно, брат. Это моя самая главная ошибка сейчас. То, что я вызывал этих ребят на дуэли вообще. Пошел. На! Лови, братик! Красавчик! Ой-ой-ой, братик, тут на ножах раунд. Тут раунд на ножах, пацаны, это просто габелла. Сейчас нельзя попасть. Так, что у него за нож? Брат, что у него за нож? М9? Подожди. О, тебе конец. Я под флешкой, брат. Нет, я под флешкой. Мужик, я убежал. Офигеть, я убежал. Дам ему хаешку. А, он там слева. Подожди. Прыжка ему. Нет! Нет! Да не идет то, что не врегало, я промазал, не дай бог. М9 это будет ГГ. Он все засмочил, заперся. На! Хорош. Брат, что у него за М9? Белый был? Белый. Кума, он 1007 стоит. Мне капец как пронесло сейчас. Ё-моё. Белый. Фух. Вот так сюда. На, держи, братик, держи. 3-1, чисто. Ну все, ограничимся на М-ке Сансет, собственно, пацаны. И хватит. Ты че, киберспорт? Опа. Подожди, они с прицелом? С прицелом. Подожди, а знаешь, вот это сейчас вообще очень опасно. Не попадайся. Что там? Нет, у меня пролагало, брат! Что у него за авик? Что ты окаешь? Я не попал! Я попал 86, дал в ногу ноускопом, братик! Винтерспорт летим покупать! Это плохая волна ролика! Винтерспорт, подожди, статрековский 33 тысячи стоит, благо он меня не со статрековского убил, 6800 просто сразу отлетает, сразу покупаем! Брат, тут калаш и урон только в голову. А в голову я стреляю. О, понятно, все понятно, слито. Слито, габелла. Найс. Братик, а куда не попал? Смотри, что у него было. Майерс Ред, брат, это ж габелла какая. Ну это маг 10, брат, лучше тут, по-моему, юспик взять. Не дай бог у него, правда, юс генезис какой-нибудь. Опа, вот так, мэнчик. Братик, ну попадать по мне, ты шо роблишь? Братик, ну Винтерспорт, он просто меня ограбил за 2 килла. Очень жестко ограбил, больше стрел. Что там? Там рецепт трек? Я угадал? Да что, там рецепт трек? Забей.
Мэнчик. Тебе просто конец. Можешь не выходить просто, можешь не выходить. Можешь написать ему гол на ножах. Что выгоднее, нож его купить или Reels на трек? Одинаково. Нет! А, фух. Дурак, это фигня. Ты что, меня пугаешь, дурак? Не, ну стоит прилично, кстати. Летим, пацаны, покупать. Так, братик, ну вот это, по-моему, дает сейчас выдохнуть чуть-чуть. Подожди, геометрик статрековский у нас стоит... Я думал, сколько? Он... Голды 100 стоит, он 1355 стоит, ни хрена себе! Просто минус косарь еще сверху улетает, пацаны. Брат, опять авик без прицела. Опять авик, у него винтерспорт там стоит, это что за рофл? Не дай бог, у него еще... Ты что делаешь? Что за выпады? Что за выпады? Мэнчик, это папочка Денисочка просто врывается в бой. И уничтожает, брат. Фух. Не, страшно. Слушай, ты все так быстро развивается, что капец просто какой-то, реально. Режим классный. Да, режим классный, очень классный, реально. Нет! Отстань! Нет! Близзард! Близзард, я угадал! Это я говорю вам, это топовый донатер! Ну, слава богу, не статрековский, пацаны. Близзард был не статрековский, поэтому летим, собственно, покупать. Четвертый скин, он просто меня грабит, братик. Что происходит? Не, вот это какой-то реальный спектрум, он вообще какой-то ненормальный. Он просто донатит на скины постоянно. Близзард, два косаря уже стоит. Просто, пацаны, без лишних вопросов. МП7, два косаря? Да, без лишних вопросов покупаем и летим дальше в каточку. Кого? Я не могу, у меня уже голова кружится, уже просто минус почти 15. 15 тысяч голды. Это Габелла просто 4 раза называется умер. Жесть! Тихо. Выпад. Прыжки в голову! Чемпион. Это Денис Чемпионович. Это Денис Чемпионович, братик. В прыжке в голову. Денис Дуракович, ты что сделал? Потому что у него коллаж дурацкий там, стопудово какой. Я же видел его коллаж. У него 2 ерсред там стоял, мэнчу рофли. Что, ласт раунд забираешь? Ну, P90 я не боюсь. Не забираю. Самурай. Обычный, пацаны. Обычный самурай, если что. Если что, обычный самурай. Ничего страшного. Летим покупать. Братик, тю, сколько стоит? Подожди, P90 самурай. P90 самурай. 300 тю. 300 голды? Отсосёнок на 300! 160 голды. У меня есть Scorpion кейсик. Мы сейчас один отменим и откроем его. Реально. То есть на ту же эту. Для интереса. Ну, P300... Ой, P90 самурай какой-то такой себе. Сейчас ножик выпадет. Чисто залутаем ножичек. Чисто скорпиончик. Ну, либо Avic Dragon. Ну, тоже неплохо. Хотя бы легендарочка. Летим дальше в каточку, пацаны. Хватит, надо с этим заканчивать, реально. А чё у меня так... Слышь, а чё у меня так медленно ходит? Приседи, берет и дамаску статрековский. У меня оно само так ходит, брат. Из-за меня еще скин... Ой-ой-ой, эмочка. Так, берет и дамаску статрек. Это тоже, по-моему, брат, вообще кал стоит вообще прям дешево. Конечно, дешево, 70 голды. То, ладно. Что меньше 10 тысяч, то кал. Ну 70 голды, брат, ну это стыдно такое покупать. Давай, еще один скорпион кейсик, чисто лутаем сразу. Открываем, пацаны, let's go, let's get it. Пока что дает выдохнуть. Дает выдохнуть, отличненько. Летим в каточку, пацаны. Брат, эмочка, вот это страшно, вот это опасно. Ты что там, проиграть хочешь? Эмка Иммортал статрека на 1007 стоит! Летим покупать, пацаны! Вот это он мне дал выдохнуть, братик! Что это такое? Иммортал статрековский! Выдохнул и задохнулся нахрен ты! 5000, брат, 5. Давай возьмем с 4 наклейками. С 4 наклейками покупаем. Они красивые ты взял. Да нормальные я взял, отстань! Пацаны, уже 107 тысяч минус 20 косарей голды, а это только первая дуэль! Брат, это Габелла, я хочу выиграть! Если он мне сейчас повесит, давай. Что он СУСПА, я вообще офигею, честное слово. А он мне повесит. Я чую плохую эту. Плохую чуйка. Так, тихо. Спокойно, Дениска. Дениска, выиграть! 8-7. Чемпион! Все, был генезис. За... Что? Что? Скажи, что ты рофлил. Уже не важно, ты же выиграл. Что, у него реально генезис был? Да. Брат, я просто... Меня ограбил самый первый топ-донатер. Летим к следующему. Да, я саму... Реально меня грабят топ-донатеры, а я лечу дальше со вторым. Потому что поэтому за такой контент надо ставить лайк, пацаны. Не забывайте подписываться на канал, обязательно с колокольчиком. Все делается только для вас. ГГ пишет. Ну, конечно, ГГ. Как лоха Галимова размотал. Итак, братик, слушай, я что подумал? Это же топ-донатеры, и у них реально может быть Дигала у рейд, брат! Я думаю, нет. Ну, а вдруг? А вдруг? Братик, сразу авик с первого раунда начинаем. Мне страшно. Так, это авик с прицелами. Где он? Мэнчик, что у него за авик сразу? Мне реально очень страшно. Спорт! Ну хоть не В2, брат. И меня просто пролагало и не выстрелилось. Авик спорт. Летим покупать, пацаны. Отлично. Начинается вторая дуэлечка. Чисто авик с 4 минус 28. А что тебе не нравится?
Так, у нас глоки, братик. Это может быть какой-нибудь, я не знаю, релик. Потому что это реально топ-донатеры, брат. У чуваков реально жесткие скины попал. Там покруче, чем релик, поверь мне. Да ты отстань! Да он неадекватный, он какой-то неадекватный. Копейки какие-то мне сует свои G22 монстры. Не, все, брат. Все, братик, вот это топ-донатер, шо? G22 монстр, статрековский 2 косаря стоит. А, 300 голды, братик. Ну, такое покупаем, окей, окей. Покупаем и летим, пацаны, дальше. Школьная обнова на GG-шке. Твоя математичка уже тут, и только тебе решать, что с ней делать. Открывай новые школьные сундуки, лутай энергию и выбирай одно из четырех действий. А бесплатный ящик многочлен доступен тебе по промокоду в закрепленном комментарии. Крути новый барабан-пулемет по моему промокоду и лутай топовые призы. А также залетай в обновленное окно зачислений. Выбирай свою страну, и тебе сразу же будут доступны все бонусы и удобные способы зачисления для твоего региона. Получай газировку за каждую зачисляху, ну а трудовик превратит стеклотару в топовые скины. Все ссылочки найдешь в закрепленном комментарии. Вот сейчас я забираю. Авикспорт я уже купил. Мне достаточно. Без прицела я выигрываю, брат. Нафиг надо. Слушай, чекаешь? Три? Нет. На! Сюда, братик! Ну, я Денис, чемпиона прицелович, ты понимаешь? Ой, чемпиона бесприцелович. Ты на спас, и в целом дорогих скинов нету, поэтому, ну, не сильно страшно. Хотя, может, и переиграет. Он тут слева, слышу его. Я слышу. Да не подсказывай. Не подсказывай, ты же сам сказал. На, держал. Ну куда ты, братик? Ни одного хп не сносишь. Ты что, рофлишь? Я чемпион Спасович. Ты что, Денис чемпиона Спасович? Все, let's go, парни. Сейчас забираем 8-2, больше не даем мне шанса, и все. И переходим к следующему, к третьему. Ага. Ты что, дурак? Куда ты пушишь? Ну, ты, походу, покупаешь фамаз за 1 000 000 голды. Ты офигел? Нет. Жестко. Брат, по масотам. Это кейсик чисто открыть, брат. Ты шо? Это топ-донатер? Подожди, а что? Почему у него такие скины дурацкие? Какие-то по масотам, глок? Или он что-то прячет от меня, понять? Слушай, братик, мне кажется, он где-то меня обманул. То, что он топ-донатер. Вот это чел. Думаешь, он бомж? Статрековский стоит 100 голды, брат. Обычный 16. Ну давай, чисто кейсик, еще один. Все скорпион кейсы сейчас с этим топ-донатером. Топ-донатером. От этого... Что-то обманывать. Мне кажется, у него даже нож стандартный, честно говоря. Мне кажется, у него реально даже нож стандартный. Авик Драгон. Ну блин, где мои скорпионы, ё-моё? Подожди, на ножах. Что у него за нож? Брат, там керамбит склад. Это рофл какой-то. Ты что, рофлишь, дядь? Отстань. Я его сожгу сейчас. Дурак, что ли, совсем? Отстань. Уйди от меня. Керамбит клад. Бежать, бежать, бежать. Нет! Нет, я не попал! Я не попал! Просто минус 6 косарей примерно он стоит, братик, он очень дорогой. То я говорил, брат, когда скин покупал, что у него нож стандартный. Керклав, подожди, насколько я помню, он стоит очень много. Ты, по-моему, перепутал. Сколько? 5200, брат. 5300. То есть я уже потратил на этот ролик 27 тысяч голды. Что за приколы? Карта дурацкая, флешки свои юзают, вонючки. Капец, ладно. Окей. Найсики, хорошо. Не, брат, я это выигрываю. Я 4-3 проигрываю, но это не важно. Я это выигрываю просто всех, потому что донат купили, скины купили, а скилл не купили. Вот так вот просто вылетаем, братик, и на префайре забираем. Я не знаю, ты же видел. Ой, калаш, брат, калаш это опасно. Что за калаш у него, подожди. Что у него за калаш? Урон только в голову. Ну я вешу. Пахнет жареным! Digital Burst. Косарь! Косарь в никуда! Я уже просто ограбился! Слава богу, хоть обычный, не статрековский, это вообще хабало было. Ограбился? Калашик Digital Burst, братик. Он стоит сейчас так, статрековский 20... 2400, я думал, он косарь стоит. Подожди, ой-ой-ой, смотри. И следишь ты за рынком у нас, да? Братик, с такими наклейками купил за 2,5 косаря. Вот это радость! Меньше сотки уже осталось! 30 тысяч уже ушло. Он сейчас будет сближаться. Да что ты мне бешаешь? Ну, лич это так, на зубочек, братик. Летим покупать кейсик, пацаны. Слушай, ну у него, кажется, вот 3 дорогих скина есть, и он называется топовым донатером, понимаешь? МП7 лич, он стоит, по-моему, там 17, братик. Ну, логично, что мы Скорпион кейсик открываем прямо сейчас. Прямо сейчас. Сейчас. В прямом эфире выбиваем... О, почти скорпион, брат. О, Карнана вонючий выпал. Летим дальше в катку, пацаны. Так, АМ-ки я не... Ну, только Санса-то на, вот эта дорогая, конечно. Подожди, мне надо выигрывать. Мне не нравится это, брат. Надо какую-то хитрость против него применить. Может, как-то... Ой, он тут. Ты дурак, иди отсюда. Опа, братик, мэнчик, чебуренчик. Опа, он вот тут слева. Сейчас упекает будет.
На, держал не кашу, что у него за эмка была, дай глянуть. О, тю, даже не статрековская. Это донатер называется тоже мне. Господи, боже мой. По-моему, он тебя обманул. Возьмет самые жесткие скины и просто покажет тебе, кто здесь папа. Наказал и доказал и показал, брат. Ты шо роплишь? Просто забирай СМ. Блин, 6 раундов отдать, это, конечно, сильно. Я какой-то, ну, ненормальный, честно говоря. Почему я так сливаюсь, я не знаю. Ой-ой-ой-ой, пупсик, пупсик, ну все, заканчиваем с тобой, хватит это терпеть. Ты что, сегодня выигрывать собрался, что ли? Ну, естественно, брат, смотри, просто, вот так беру, бам, и на префайре просто. Да не смейся сейчас. Ой, он обходит, да? Спасибо за подсказку, брат. Я ничего не говорил. У него, если только МП5 реактор, тогда, типа, это круто. Тогда я потрачусь, а так все фигня вообще, МП5 дорого стоит. Он что, АФК встал? Да. Он реально ждет, пока я на него выйду! Нозен фури, да что, почему каждый раунд 8-7-7? Блин, нет, мне надо выигрывать. Нозен фури, пойдемте покупать кейсик, пацаны. Братик, я тебе отвечаю, меня обманывают. Слушай, ну что за прикол, МП5 Нозен фури. Это, я тут себе думал, у меня яйца большие, что я это... Кого? Ну, в смысле, в холодильнике куриные. Я принял такой вызов, а он меня с Нозен фури убивает. Кейсик чисто открываем, братик, давайте нам уже. Я уже все скорпионы отменил, где мои скорпион нож? Взял самый дорогой P90. Рофлишь? Самый дорогой. Я проиграл! Да это не топ-донатер какой-то! Это не какой-то, он меня обманул! Он сказал, да у меня скин... Ну так-то справедливости ради, он мне капец ограбил. 1015 голды, наверное, брат. Плюс-минус, ну или не знаю сколько. Короче, окей, пацаны, летим покупать Northern Fury, там кейсик откроем, и летим к следующему. Топ-донатеру к последней дуэльке. Короче, брат, тут это тоже P90, это вообще фигня полная. Окей, let's go, открываем, пацаны. Скорпион не выпадает. Отлично! Ну что, братик, собственно, третий наш соперник на сегодня — это девочка, кстати. Вот это мне надо сейчас прям... Точно выигрывать? Ты то есть сейчас сказал, что девочки плохо играют? Нет, но мне надо выиграть. Блин, девочки проиграть стыдно или не стыдно? Ну-ка, расскажи. Тебе нет. Смотри сейчас. На! Ой! Не ваншот. Забыл, что ФАМАС. Сейчас бы развернулась и дала мне в голову с первой. Вот было бы обидно. Ладно, братик, надеюсь, ну смотри, фал у нее какой-то кал. Ну типа там вообще ничего нету. Фал, кал. Может быть, она и обманывает, что она топ-донатер. Так, диглы, подожди, вдруг у нее дигало урейд. Надо как-то аккуратнее просмотреть. А чё она тпхается? Она тпхается, слышишь, дядь? Она тпхается, дядь, она с Кламси, походу, играет. Опа, нет. Да как попасть? А, дигл говно. Ну такой. Я не попал. Это что, скин так называется? Дигл говно. Дигл говно, да. Ну ничего, летим покупать кейсик, откроем, парк. Дигл Хантер. Это дигл вообще за уровни. Слушай, а что если купить реально рандомный дигл? То есть его на рынке нету. Кейсик тоже как бы, ну, такой себе. Это за уровни, за ветеран. Давай просто рандомный дигл купим. Тут есть, брат, дигл аурейд. И если сейчас мне выпадет дигл аурейд от Сири, то ты прикинь, я могу сейчас задонатить 1 000 000 голды, брат. Просто за дигл аурейд! Давай! Да не буду я давать, отстань! Подожди, сколько у нас диглов? 4, 8, 6, 12, 20, 24. Брат, случайное число от 1 до 24. Ты случайное число скажешь? 7. Братик, семерочка — это мое любимое число. Подожди. Я думал, мне повезет на любимом числе за 3300. Дигл якутца просто, брат! Она меня убила с Хантера! Я должен был кейс открыть, это рарка вонючая! Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Не, братик, сейчас забираю, 100%. На, держи. Держи, не кашляй, держи, не кашляй. Убил, повезло тебе. Че у нее? Да у нее М-ка, да? Обычная. Да. Как и у меня. А какая? Вой. Подожди, на ножах, братик. Опа. Отстань. Че за нож? Че за нож? Опять М9 кама. Нет, нет! Тань, я не буду с тобой играть, ненормально. Да, режьте его, режьте его! Слушай, она не обманула, что она топ-донатер, и мы... У-ху! Ес! Минус 3! Я не топ-донатер, потому что они купили скины, а скилл не купили. А я скилл купил вместо скинов. Видишь, скины какие калочные. Let's go, братик, просто сразу забираю. Бам-бам-бам, дыша. О, что? Ты пыхается! Она ты пыхается! Скина, ну это кейсик, парень. Это кейсик. Let's go, let's go. Брат, ну М-ка обычная. М-ка обычная. Даже М16 у нее обычная. Блин, братик. Слушай, ну а вообще, на самом деле, у нее реально хорошие скины. Но я постараюсь сейчас ее выиграть. Давай откроем просто какой-нибудь пак хороший. Реально, типа кейсик. Чисто за М-очку.
минуточку, на контентик, брат, и полетим дальше. Я уже капец голды потратил, на самом деле. Давай откроем, брат, Хэллоуин стикер пак. Вдруг сейчас выпадет реально голд скул. Давай, поехали, голд скул, пожалуйста, не заскайм, голд скул. Полетел голд скул, брат. Жаль. Это рарка вонючая! Летим дальше в катку! Брат, капец, я тут много потрачу на этот ролик, уже дофига потратила, еще все впереди. Да у меня сам бьюс стреляет, долбанный блюстак! Отстань-ка, да не долетает даже хаешка, у нее, да, главное, долетает. Она с прыжка кинула. Хорошо. Да ты можешь отстать, ну не попадаю. Насики, сюда, братик. Чисто достаточно было один раз в голову попасть. Все. И чисто сразу. Ой-ой-ой. Авики. Авики. Блин, что у него за авик? На. Ну, неважно. Что за авик был? А, обычный. Ладно. Я не знаю, хз. Мне сказали, что это топ-донатеры, брат. Ну, что-то. Ну, пока что М9 у нее, конечно, жесткий. А ну. Да как? Че она бегает туда-сюда? Нормально? Найс. Насики, забираем, брат. Что за ямочка была? Не знаю. Ну и пофиг. Слушай, ну брат. Пофиг. Пока что она меня вообще не грабанула, честное слово. Честное слово. Гоу на ножах. Гоу на ножах. На лоха. Айда, на ножах. Блин, брат, стоит? Не стоит? Я выиграю или нет? Да, да, ты выиграешь. Я уверен? Ты же крутой ножевик. Найс. О чём речь? Не, брат, ну тут все. Вот это называется донат купили, скилл не купили. Итак, калашик, поехали. Урон только в голову, чисто быстренько забираем, братик. Походу, видимо, девочка реально плохо играется. Осуждаю. Ой, калаш как у меня, кстати. Ну и все, и братик, это забираем, как говорится. И на этом мы с ней закончим, потому что топ-донатеры не все играют круто. На, ну все, на этом закончим. Ух, пацаны, но в любом случае ограбление очень жесткое произошло, очень жесткое. Я капец реально переживал, и мои переживания оправданные стали. Ну реально, капец, минус просто десятки тысяч голды на один ролик. Надеюсь, это заслуживает твоего царского лайка, братика, подписочки на канал. Обязательно с колокольчиком, давайте соберем под этим роликом 30 тысяч лайков. И я еще разочек попрошу еще более жестких топ-донатеров. Первый меня, конечно, вообще очень жестко ограбил, я в шоках. Ребята, прямо сейчас тыкайте на этот ролик, ведь он получился очень классным, и я над ним очень сильно старался. Смотрите его до конца. У микрофона был Раш, с вами были со мной топ-донатеры. Увидимся в новых роликах. Всем пока-пока! А, Фризи еще со мной сегодня был, пока. Да-да-да, пока-пока. Я забыл про тебя вообще.